Пестрый праздник для такой же пестрой поры. Ситцевая верста уже в пятый раз прошла в Иванове. Ситцы – замечательный осенний день и много счастливых лиц. В парке Степанова собрались школьники, воспитанники детских садов, а кто-то пришел всей семьей. Занятие по душе нашлось для каждого. Можно было посмотреть концертную программу или поучаствовать в конкурсах. Особенно популярны забеги. Например, семейные. На четверть версты в этом году собрали участников в разы больше, чем в прошлом. Семья Сметаниных буквально вырвала победу у соперников. Не думали, что победим. Но настраивались, конечно же, на победу. Всегда надо стремиться вперед к победе. О том, что в здоровом теле здоровый дух, на собственном примере каждый год доказывают и ветераны. Забеги с их участием пользуются не меньшей популярностью. Ну вот уже не первый праздник ситцевая верста, и с каждым годом он все улучшается. И то, что в охвате населения, дети, школьники, замечательно. Каждый раз все новое и все положительное. Так что погода. Погода тоже благоволила сегодня. Если с утра был дождик, но природа смилостивилась, и она дала шанс всем не ежиться, ничего не прятаться. Видимо, небольшой утренний дождик отпугнул торговцев ситцем. Этой ткани на пятой версте было меньше обычного. Бедно было и с изделиями, и с атрибутикой. Сегодня, конечно, не такое большое количество, но все-таки атрибут обязательно у нас присутствует у всех, и у организаторов, и обязательно у тех, кто участвует, участники. Ну, а то, что не было сегодня в продаже большого количества ситца, просто, наверное, нам немножечко погода помешала, нету солнышка, но, несмотря на это, у всех настроение отличное, великолепное. Стоит признать, что праздник действительно становится всенародно любимым. В парке пока не тесно, но, возможно, со временем придется искать более вместительную территорию. Напомним, что первые годы ситцевая верста проходила на набережной Уводи. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.